Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, каждый второй житель планеты среднего возраста подвержен болям в спине и шее. В связи с этим в рамках проекта «Химки. Интересно жить» в округе прошла встреча с неврологом. Надежда Михайлова в доступной форме рассказала участникам встречи о причинах подобных болей, симптомах некоторых болезней позвоночника. При этом Михайлова отметила, что важно обращаться к врачу и что самолечение недопустимо. Вы в любом случае придете к терапевту с любой проблемой. Терапевт либо поймет самостоятельно, в чем причина, да, либо отправит на дополнительные методы исследования. Чаще всего это заканчивается только рентгеном. Если же он вам не помог, да, не рентген, а именно терапевт с лечением, по рентгену он видит какие-то изменения, дальше вы идете уже к неврологу или к ортопеду или к кому-то еще, там, в зависимости от того, что будет на рентгене. Уже после этого терапевт назначает лечение. Помимо этого, врач привела примеры того, как без применения препаратов минимизировать боли, а также рассказала, что категорически нельзя делать в таких случаях. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.